с первого раза влюбляются в наш продукт. Кто-то скажет: ну, конечно же, наше производство. Далеко не у каждой компании есть свое производство. Кто-то скажет: наши ученые. Конечно, у единиц компаний есть собственные научно-исследовательские отделы. Кто-то скажет, что это мощные современные ингредиенты. Да, мы одна из самых инновационных компаний, которая постоянно ищет новые тенденции на рынке и первыми привозит их в наши страны. Да, это так. Но это лишь надстройка на том огромном фундаменте, который начал формироваться 25 лет назад, в 1996 году. И я сейчас на примере одного единственного продукта. Какой у нас продукт появился в линии биологически активных добавок самым последним, вот самый-самый горячий? Что? Детокс? Нет, он был предпоследним. Глюкобокс, совершенно верно. Глюкобокс – продукт из нашей флагманской линейки Daily Box, который предназначен для того, чтобы помогать справиться с одной из самых острых проблем, которые есть сегодня. В нашем современном западном обществе проблема сахарного диабета второго типа, а если быть более точным, метаболического синдрома, в который входит сахарный диабет второго типа, в который входит нарушение жирового обмена и обмена холестерина, в который входит поражение сердца и сосудов, вот этот метаболический синдром – это сегодня главная проблема человечества. Самая главная проблема человечества, с которой мы до сих пор справиться не можем. И она характерна для каждого второго вашего клиента, с которым вы встретитесь. И поэтому, само собой, с точки зрения бизнеса, это чрезвычайно важная и актуальная тема. И многие компании создают продукты, которые якобы снижают сахар или помогают справиться с высоким уровнем холестерина и так далее. И я вам хочу показать, что несмотря на то, что этот продукт самый новый в нашем ассортименте, появившийся буквально 2 месяца назад, этот продукт имеет 25-летнюю историю. Вот вы сейчас видите производство. Наше новое, современное. Кто был на нашем производстве? Поднимите руку. Молодцы. Я знаю, что турецкая команда завтра улетает в Новосибирск и увидит своими глазами то производство, на котором создаются те продукты, с которыми они уже так эффективно и стремительно работают. Вот это производство у нас есть сейчас. Но в 96-м году у нас ничего не было. Но в 96-м году у нас уже был продукт, который влиял на ту проблему, которую мы сейчас с вами обозначили. Кто может догадаться сходу, какой это был продукт в 96-м году? Адаптовид – один из первых трех продуктов, который был в компании. 1996 год. Начинающая молодая компания, у которой есть большие амбиции, но которая понимает, что для того, чтобы достичь тех целей, которые она перед собой ставит, нужны по-настоящему рабочие и эффективные продукты. Как сегодня стартуют многие компании на рынке MLM. Вы, наверное, знаете, не мне вам рассказывать. А неважно, какой продукт, лишь бы был ассортимент, там маркетинг слепим, все быстро сделаем, 2-3 года продержимся. Именно поэтому они и 2-3 лет не выживают. А мы в 96-м году понимали, что какой бы ни был маркетинг-план, и какие бы мы ни заявляли громкие цели, для нас очень важен рабочий, эффективный продукт. Но мы только начинаем. И у нас нет опыта, где нам взять этот опыт. И мы обращаемся к опыту ученых, которые работали в Сибири и которые могли нам предоставить свои разработки. И если вы помните, я уверен, что в зале есть многие люди, которые лично знали и знают до сих пор Сергея Николаевича Удинцева, да, из Томского государственного университета, который возглавлял лабораторию
изучение сибирских адаптогенных растений. И вот именно этот продукт, это продукт его лаборатории. В составе адаптовита, который, вдумайтесь, до сих пор в нашем ассортименте. И до сих пор есть огромное количество клиентов, которые все эти 25 лет пользуются этим продуктом. Это, как и любой адаптогенный комплекс, продукт широкого спектра действия. В этом и смысл, и уникальность сибирских адаптогенов, что они влияют на многие стороны нашего здоровья. И одна из этих сторон – это обмен углеводов, обмен глюкозы. Сибирский женьшень, китайский женьшень, радиола розовая, аралия манчжурская – все эти природные адаптогены содержат вещества, которые ускоряют распад глюкозы в организме и тормозят образование новой глюкозы. За счет этого в организме уменьшается количество свободной глюкозы, снижается инсулинорезистентность и нормализуются начальные изменения, присущие сахарному диабету второго типа. На эту тему проведено было на то же время огромное количество исследований. И я уверен, что многие знающие консультанты рекомендуют обязательно адаптовит в схеме коррекции сахарного диабета второго типа. И 25 лет назад, и 15 лет назад, и сейчас. И поэтому этот продукт до сих пор в нашем ассортименте. Вот он первый продукт, который мы получили вместе с тем огромным научным опытом, которым с нами делились эти ученые, создававшие этот продукт. Вот и наше первое касание с проблемой сахарного диабета. 96-й год. Мы начинаем нащупывать дорогу в этом направлении. Мы понимаем, что сибирские адаптогены действительно помогают в комплексной схеме корректировать те изменения, которые характерны для больных с этой тяжелой проблемой или людей, у которых есть уже предрасположенность к этому состоянию. Нащупав первые шаги, мы идем дальше. И какой второй продукт у нас появляется в этом направлении? Кто вспомнит, кто был с нами 25 лет? Пик, конечно, пик. Первый продукт, который впрямую был нами рекомендован как продукт для коррекции первых нарушений при сахарном диабете 2 и метаболическом синдроме. 1997 год. И опять же, мы маленькая пока еще, начинающая компания. У нас нет ни производства, ни научного отдела, где взять настоящий рабочий продукт с хорошей клинической базой, с хорошим опытом применения. Опять же, ученые. Новосибирский институт иммунологии. Именно там родилась эта разработка. А тогда еще компания-спонсор, это первое название нашей компании, многие из начинающих партнеров даже, наверное, про это не знают, взяла эту разработку к себе. Что было в основе этого продукта? Сегодня мы на него смотрим как на очень простой продукт. Но, друзья мои, мы его взяли в ассортимент 25 лет назад, когда тема метаболического синдрома и сахарного диабета 2 еще не касалась широких слоев населения никак. Никто не представлял, что это такое. Все думали, что сахарный диабет – это болезнь, при которой людям необходимо колоть инсулин. А сегодня людей с первым типом сахарного диабета, которые действительно зависят от инсулина, их меньше 5%. Остальные 95%, подавляющее число населения, страдают от совершенно другого нарушения сахарного обмена. Это мы сегодня знаем. А в 97-м году мы продолжали нащупывать дорогу в этом направлении. Что делал ПИК? Как он работал? Первое предположение, которое привело ученых к идее разработки этого продукта, заключалось в простой идее, что порошок топинамбура, который составляет основу данного продукта, исключительно богат фруктозой. А фруктоза, если вы сегодня еще помните, в советские времена рекомендовалась всем диабетикам. Почему? Ну, потому что у них глюкоза усваивается плохо из-за дефицита инсулина, а фруктоза может усваиваться в обход инсулинового канала. И поэтому фруктоза считалась препаратом для сахарных диабетиков. Но только первого типа. А людям второго типа, вообще-то, это для вашего общего знания. Да вообще, нам с вами фруктоза в больших количествах противопоказана. Это пищевой хакер, который обходит каналы инсулина и провоцирует стремительный синтез жиров в нашем организме. Забудьте про фруктозу. Уж лучше сахар.
Но это было 23 года назад. И тогда считалось, что природная фруктоза для больных с сахарным диабетом подходит. Но самое главное заключалось в другом, что ученые открыли в составе топинамбура уникальное вещество, которое и дало название этому продукту – инулин. Это природное пищевое волокно, которое, поступая в организм, стимулирует рост особых классов кишечных микроорганизмов. Сегодня мы уже говорили про важность нашей микрофлоры, про то, что это наш друг, если с ним договориться, если его подкармливать правильными вещами. И вот инсулин – это правильный корм для нашей правильной микрофлоры. Микрофлора, поглощая инулин, вырабатывает особые вещества, летучие жирные кислоты, которые имеют в нашем организме огромное количество точек приложения. И одна из этих точек приложения является непосредственное воздействие на центры в головном мозге. И через эти центры в головном мозге снижается инсулинорезистентность. А нечувствительность к инсулину – это главная проблема у больных с сахарным диабетом второго типа. И сегодня уже совершенно доказано, что одна из главных причин, их много, но одна из главных причин – это нарушение кишечной микрофлоры. Одна из главных причин сахарного диабета второго типа – глубокое нарушение кишечной микрофлоры, в результате чего из процесса выключается огромное количество связей между кишечником и головным мозгом, через который мы управляем всеми нашими процессами. Через этот же процесс формируется избыточный лишний вес, потому что опять пресекаются связи, которые контролируют систему голод-насыщения. И вот тогда, в 97-м году, ученые уже начали говорить об этом, что инулин через вот эту сложную систему связей кишечной микрофлоры и головного мозга может повлиять на этот сложный и трудноуправляемый процесс. И природный инулиновый комплекс вместе с нами до сих пор. И я хочу вам открыть, что его продажи с каждым годом, несмотря на его простоту, только растут. Это один из самых популярных продуктов корпорации Siberian Wellness. Хотя изначально это был продукт компании «Спонсор», потом продукт компании «Сибирское здоровье», а сегодня с полным правом это продукт нашей компании. И вот мы делаем еще один шаг в этом направлении. Мы понимаем, что не только необходимо влиять на непосредственно на обмен глюкозы в нашем организме, нам необходимо учесть все те регуляторные связи, которые есть в нашем организме и которые могут быть нарушены при этом состоянии. И одна из таких связей – нормальная кишечная микрофлора – мозг. И с помощью природного инулинового концентрата, с помощью этого природного пищевого волокна инулина мы можем способствовать нормализации этих связей, восстановлению нормальной системы взаимосвязи между кишечником и мозгом. Вот мы делаем второй шаг. У нас становится уже больше опыта. Но на тот момент у нас опять ни производства, ни собственного научного отдела. Это только 97-й год. Едем дальше. В 98-м году в нашем ассортименте появляется продукт, который вы все, конечно же, знаете. И многие из зала его называли первым. Это линейка лимфосанов. Кто помнит вот этот старый дизайн? Хотя это не самый старый дизайн. Это, по-моему, дизайн 2004 года, по-моему, или 2003. Где-то так. Уже я сам, честно говоря, в этих 25-летних юбилеях запутался. Опять же, на тот момент у нас нет своего производства и нет своего научного отдела. Но при этом сохраняется абсолютный перфекционизм. Мы включаем в свой ассортимент только те продукты, которые созданы учеными и прошли серьезные клинические исследования. И в данном случае это продукт уже Института клинической лимфологии, опять же, Новосибирского академгородка. Институт клинической лимфологии еще до развала Советского Союза начал работы в этом направлении и создал линейку продуктов на основе пищевой клетчатки. И в состав лимфосана базового входил и инулин, и другие типы пищевой клетчатки, и вы понимаете, как он действовал на обмен сахарный. С другой стороны, туда уже входили определенные лекарственные растения, которые обладали дополнительным влиянием на обмен жиров и углеводов.
И прежде всего, это были антиоксидантные растения. Антиоксиданты нам крайне важны для того, чтобы воздействовать на клеточную мембрану и защитить ее. Клеточная оболочка – это тот самый центр, где формируется инсулинорезистентность, то есть нечувствительность к инсулину, или наоборот, она исчезает. Вот от работы этих клеточных оболочек во многом и зависит острота проблемы. И поэтому третий наш шаг уже включал в себя первые два. Там были лекарственные растения, воздействующие на обмен глюкозы. Там был и инулин, и дополнительно к этому там были другие виды пищевой клетчатки, которые с одной стороны стимулировали нормальный рост кишечной микрофлоры, с другой стороны, как и пищевая клетчатка, задерживали всасывание лишней глюкозы в кишечнике. И там в составе были растительные антиоксиданты, защищавшие клеточные оболочки и тем самым снижающие риск развития инсулинорезистентности. Это 99-й год, в котором в конце у нас появилось первое производство, и лимфосан стал первым продуктом, который стал изготовляться уже лично нами. Не другими подрядчиками, не другими контрактниками. Это был первый продукт, который мы стали делать сами. Вот мы сделали три шага к решению этой проблемы. И хочу вам сказать, что тогда еще никто про это не говорил. Мы были первыми. Едем дальше. 2004 год. Наше первое производство уже активно работает. На нем выпускается уже большое количество линеек продукции. Наша компания уже называется «Сибирское здоровье». И в линейке чаев, которые как назывались, кто помнит? Легендарные травы Ольхона, совершенно верно. В этой линейке легендарные травы Ольхона появляется чай «Хубацай». Или, как по-русски, «Жемчужный чай». Я вижу здесь огромное количество людей, с которыми мы этот путь вместе прошли. В этом чае мы постарались реализовать уже не научные концепции и идеи, которые разрабатывались в серьезных научных учреждениях. В этом чае мы постарались реализовать традиции и наработки народной медицины. И если быть более точно, этномедицины, то есть медицины народов, населявшей Прибайкальский регион. И в состав этого чая входили уже известные нам растения, которые регулируют обмен глюкозы. В состав этого чая входили вещества, растительные вещества, которые обладают антиоксидантным действием и стабилизируют клеточные оболочки. И впервые в состав этого чая входили лекарственные растения, которые блокируют специальные системы переносчиков, которые переносят глюкозу из кишечника в кровь. А это один из самых главных путей развития и прогрессирования сахарного диабета второго типа и метаболического синдрома. 2004 год. Мы делаем пока еще робкий, но уже четвертый шаг. Хотя, если в зале есть совсем внимательные люди, с которыми мы прошли весь этот путь, они могут сказать, что был еще один продукт. Кстати говоря, этот чай до сих пор в нашем ассортименте, да? Адаптовит, пик, лимфосан базовый, чай, который сейчас называется не хубацай, а углеводный контроль, до сих пор в нашем ассортименте. Почему? Да потому что они работают. Да потому что они были созданы, вот исходя из таких предпосылок, и имеют вот такую историю. Попробуйте ее повторить, да будь у вас собственное производство, деньги или научное отдело, где вы возьмете историю? А история как раз и заставляет продукты работать. И историю скопировать нельзя. Так я возвращаюсь к своему вопросу. А кто помнит продукт, который появился между лимфосаном и жемчужным чаем, и который работал на эту проблему, но был в нашем ассортименте недолгое время? Это был 2002-2003 год. Нет, это был продукт, который назывался «Фитобаланс D». Да, он был недолго в нашем составе, потому что на самом деле его состав полностью перешел в состав жемчужного чая. И мы посчитали, что более эффективным использовать продукты народной медицины в той самой форме, в которой они в народе используются. Не в виде капсул,
а в виде чая. Поэтому жемчужный чай тоже появился не просто так, и не в 2004 году на самом деле, а чуть раньше. Едем дальше. Примерно в 2007 году у нас появляется новый продукт. И мы продолжаем идти по этому пути для того, чтобы решать эту серьезную проблему. Кто помнит, как он назывался первым? Это же его не первое название. Витахром, совершенно верно. Я уже вижу, что людей, которые пришли в нашу компанию в 2006-2007 году, гораздо больше, чем тех, кто пришел раньше. Это здорово. Витахром. Продукт, который появился в нашей линейке органические минералы и который включал в свой состав многие компоненты, которые мы уже за нашу десятилетнюю к тому времени историю апробировали в реальной практике. Не в научных учреждениях, а на наших клиентах. И получили от них обратную связь. Если вы помните, в состав витахрома входит экстракт элеутерокока. Тот самый элеутерокок или сибирский женьшень, который входит в состав какого продукта, о которых мы только что говорили? Адаптовита. Мы перекинули мостик из 96 года в 2007 год. Мы понимали, как работает хорошо сибирский женьшень и включили в его состав. Но помимо этого, в составе витахрома или хромлипазы, как это сейчас более привычно звучит, появилось другое растение. Экстракт мамордики, которое влияло уже на обмен жиров и холестерина. Почему? Потому что, как я вам уже сказал, сегодня мы понимаем, что обмен глюкозы – это далеко не самая главная проблема в рамках вот этого большого кома, который носит название метаболический синдром. Потому что глюкоза и обмен глюкозы очень тесно связаны с обменом жиров и обменом холестерина. И они идут рука об руку, и рука об руку изнашивают сосуды и сердце. И поэтому влиять только на глюкозу – это не совсем правильно. Так вот, экстракт мамордики, экстракт, который нам пришел из традиционной китайской медицины, это был тот самый первый шаг, который мы сделали в сторону нормализации обмена жиров и холестерина. И плюс ко всему хром, хелатный хром, который входит в состав факторов, которые повышают эффективность инсулина и за счет этого снижают такую главную проблему, о которой мы с вами говорим, инсулинорезистентность. 2007 год мы уже сделали 5 шагов к решению проблемы. И в нашем ассортименте до сих пор все эти продукты есть. И хромлипаза – это сегодня один из самых продаваемых продуктов спортивной линейки. Я уверен, что многие люди работают с ним не только в области сахарного диабета, но и в области просто коррекции избыточной массы тела. Хотя, если быть честным, разницы между этим нет. У любого человека с сахарным диабетом второго типа есть избыточный вес, а у любого человека с избыточным весом есть предрасположенность или уже открытый сахарный диабет второго типа. К сожалению, мы попали вот в такую ловушку. Мы, я имею в виду западное население, с его низкой подвижностью и с его современным типом питания. Но это еще 2007 год. Мы продолжаем двигаться дальше. Но один очень важный момент здесь уже произошел. В 2007 году у нас появляется второе производство. В 2007 году у нас уже есть собственный научно-инновационный центр. И этот продукт мы уже создали полностью сами. Прошло 10 лет. Мы шли, мы учились у тех, кто представлял серьезную науку. Мы шли, учились у народной медицины. Мы накапливали свои инструментальные возможности и научный потенциал. И в 2007 году мы сказали, мы уже можем теперь, мы уже имеем право теперь делать эти продукты сами. И вот первый продукт, решающий эту проблему, который компания на тот момент еще «Сибирское здоровье» делает полностью сама. Своими научными кадрами, своим опытом и своим производством. Едем дальше. Сейчас мы уже перекидываем мостик в совсем недавнее время. Это примерно 2018 год.
Мы не стоим на месте, мы понимаем, что несмотря на то, что у нас формально 5 продуктов, которые можно использовать в схеме этой коррекции, мы понимаем, что нужно постоянно идти вперед и постоянно отслеживать те изменения, которые происходят в современном мире и помогают нам более эффективно решать эту проблему, над которой мы работаем. В состав этого продукта входит такое вещество, это основа этого продукта, как бета-глюканы. Это тоже одна из разновидностей пищевых волокон, которая стала очень интенсивно изучаться примерно с 2010-2012 года. И мы были одними из первых, кто включили их в свои продукты. Кстати говоря, есть еще один продукт, в состав которого он входит. Какой? Синхровитал 3, молодцы. Уже мы совершенно четко понимаем, что мы находимся в текущем информационном поле. И вот мы впервые включаем этот продукт в спектр тех продуктов, которые могут использоваться в схеме коррекции метаболического синдрома и сахарного диабета второго типа. Что это за бета-глюканы и почему мы их включаем в свой ассортимент? Ведь у нас уже есть и инулин, у нас уже есть и другие типы пищевой клетчатки в составе лимфосана. Мы уже много что прошли, и мы уже получили хорошую обратную связь от наших клиентов. Но мы понимаем, что стоять на месте – это значит обречь себя на отставание. Мы используем бета-глюканы по той причине, что они имеют совершенно особый спектр действия. Они не просто влияют на обмен глюкозы, как другие пищевые волокна. Они не просто стимулируют рост и размножение правильной кишечной микрофлоры, которая может нам помочь нормализовать разрушенные связи. Мы понимаем, что бета-глюканы – это чрезвычайно эффективное вещество для регуляции обмена холестерина. Потому что стимулируя рост и размножение особых типов кишечных микроорганизмов, мы стимулируем утилизацию желчных кислот. А желчные кислоты синтезируются в организме из холестерина. И чем больше желчных кислот выводится из организма за счет действия бета-глюканов, тем больше холестерина организм должен направить на синтез желчных кислот. И тем больше холестерина он начинает забирать из различных депо, в том числе из крови. И здесь возникает вопрос, так при чем здесь сахарный диабет и холестерин? Друзья мои, вот если бы мы были в 96-м году, а скажу вам честно, по секрету или открыто, большинство компаний по своему уровню развития так и остались там в 96-м году. Вот они продолжают копировать американские составы и думают, что вот ради этим и можно победить рынок. А рынок сегодня знает об этой проблеме гораздо больше, чем они. И поэтому они обречены на неуспех. Так вот, в 96-м году действительно все внимание ученых было сосредоточено только на обмене глюкозы, только на инсулине, только на инсулинорезистентности. А сегодня спектр переключается все больше в сторону жирового обмена и обмена холестерина, потому что мы понимаем, что они все взаимосвязаны. И воздействовать только на одну сторону проблемы, это будет довольно бессмысленно, неэффективно, трудно или дорого. И поэтому мы подключаем обязательно в наш спектр действия вторую часть метаболического синдрома – нарушение обмена жиров и холестерина, потому что они, в свою очередь, стимулируют дальнейшее нарушение обмена глюкозы, дальнейшее прогрессирование инсулинорезистентности и замыкают порочный круг. И разорвать порочный круг, воздействуя только на обмен глюкозы, невозможно. Нам необходимо воздействовать и на обмен жиров и холестерина. И бета-глюканы овса прекрасно нам в этом помогают. Мы едем дальше, и мы переходим уже на этап, который носит название Siberian Wellness. У нас появляется продукт Glucobox. На первый взгляд, это совершенно новый продукт. У нас не было продукта до этого, который непосредственно рекомендовался бы для коррекции нарушения обмена глюкозы, для коррекции первичных нарушений, связанных с сахарным диабетом второго типа и метаболического синдрома в целом. У нас этого не было. Он появился у нас формально в 2021 году. Кстати, я забыл сказать, что на предыдущем слайде
вы видели продукт, который был впервые произведен и до сих пор производится, уже на нашем третьем производстве, на том самом большом производстве, которое вы видели на первом слайде. Мы стали Siberian Wellness, мы перешли на новый уровень производственных мощностей, мы оказались совершенно новым по своему насыщению, инструментарию, производстве. И вот один из первых продуктов, который был выпущен там, это был наш продукт Pure Heart, о котором мы проговорили на предыдущем слайде. И вот мы сейчас находимся на нашем новом производстве. Мы уже теперь Siberian Wellness, мы работаем в огромном количестве стран, и только в 2021 году мы выпускаем такой продукт. Почему? Кто-то может сказать, ну у других компаний это все уже есть. Но это только на первый взгляд все уже есть. Мы можем выпускать, это наш подход, это наш принцип, мы можем выпускать продукт, который непосредственно мы заявляем, что воздействует на какую-то проблему, только в том случае, если мы прошли долгий путь. Если мы убедились в том, что те компоненты, которые входят в этот состав, работают. Если мы получили обратную связь от наших клиентов на протяжении 25, 20, 15, 10, 5 лет о том, что продукт хороший и им помог. И только тогда мы делаем следующий шаг. Открываем состав глюкобокса. Мы видим там, конечно, супер инновационные компоненты, о них я скажу самыми последними. Но вместе с тем мы что видим в составе? Мы видим в составе хромлипазу. Тот самый комплекс, который был нами разработан в 2007 году, в состав которого входит хром, который помогает активизировать работу инсулина и снизить инсулинорезистентность. Мы видим в его составе экстракт мамордики, который влияет на обмен жиров и холестерина. И мы видим в его составе экстракт сибирского женьшеня или элеутерокока, который нормализует метаболизм глюкозы в печени. И плюс ко всему антиоксиданты в виде экстракта зеленого чая. Все те компоненты, которые мы исследовали и апробировали, делая шаг за шагом с 1996 года. Что еще в составе этого продукта? Бета-глюканы, которые, как мы сегодня считаем, по своему действию на обмен жиров, углеводов и на тот комплекс нарушений, который есть у человека с метаболическим синдромом, являются еще более эффективными, чем инулин, с которым мы работаем уже 23 года. И в состав этого продукта входит большой, мощный по дозе комплекс бета-глюканов, который, как я напоминаю, воздействует прежде всего на обмен жиров и холестерина, но опосредованно через это снижает нагрузку углеводную и нормализует чувствительность клеток к инсулину. И, наконец, самые современные инновационные компоненты, которые мы стали использовать своих продуктов одними из самых первых. Это экстракт Apple Select Sieve, который содержит стандартизированный комплекс флоридзина. Уникальное природное вещество, которое является природным блокатором переносчиков глюкозы. Когда мы принимаем этот продукт внутрь, мы блокируем перенос глюкозы из кишечника в кровь. И тем самым снижаем вот эти скачки глюкозы, которые приводят к активизации жирового обмена, а через активизацию жирового обмена к формированию инсулинорезистентности и замыкается порочный круг. С помощью флоридзина, инновационного компонента, мы разрываем этот порочный круг. Второй инновационный компонент – это экстракт коры ясеня, стандартизированный по содержанию еще одних уникальных веществ – нуженидов, которые действуют непосредственно на пищеварительные ферменты. В частности, они блокируют ферменты, которые утилизируют жиры и глюкозу, и углеводы в кишечнике. Блокируя распад жиров в кишечнике, мы блокируем их всасывание в кровь. А как я уже сказал, и жиры, и углеводы при метаболическом синдроме и сахарном диабете второго типа идут рука об руку. С помощью нуженидов из экстракта коры ясени и флоридзина из экстракта яблок мы блокируем эти каналы и тем самым уменьшаем жировую и углеводную нагрузку на кровь. Кровь разгружается, восстанавливается.
а с помощью других компонентов, входящих в состав глюкобокса, мы восстанавливаем инсулинорезистентность, мы восстанавливаем нормальную кишечную микрофлору, восстанавливаются привычные связи между кишечником и головным мозгом, нормализуется система голод-насыщения. Казалось бы, но это можно было бы сделать вот так, почитав научные статьи. Можно было бы так сделать. И вы бы могли, когда бы вас спрашивали, а работает ли ваш продукт, сослаться на научные статьи. Но вы знаете, клиентов и простых людей, которые хотят избавиться от тех или иных проблем, их научные статьи не интересуют. Их интересует тот опыт, который есть у вас. Тот опыт работы с вашими клиентами, который есть у вас. Насколько долгий и длинный этот опыт. Какой путь вы сами прошли для того, чтобы сказать уверенно. Мы знаем, что работает, а что нет. Мы знаем, в каких дозах работает, а в каких нет. Мы знаем, на каком производстве нужно производить этот продукт, а где не стоит. Для этого мы шли долгими-долгими шагами. У нас появился первый продукт «Адаптовит», и мы начали щупать эту дорогу, и мы ссылались на опыт ученых, которые тогда сотрудничали с нашей компанией, на авторитет Томской школы адаптационной медицины и конкретно Сергея Николаевича Удинцева. Мы делали второй шаг, и мы опять были еще маленькими, и мы ссылались на опыт Института клинической иммунологии Новосибирска, и мы начали потихоньку работать с ПИКом, и понимали, как инулин работает в нашем организме. Мы делали третий шаг, и в нашем ассортименте появлялся лимфосан, который усиливал действие ПИКа за счет других видов пищевых волокон и лекарственных трав антиоксидантного действия. Мы шли дальше и уже сами делали фитобаланс D и делали свой первый чай Хубацай, который впервые тогда включал растительные вещества, блокирующие усвоение глюкозы в кишечнике. Мы проходили этот опыт и шли к хромлипазе или витахрому, и мы становились все увереннее и увереннее. И тогда на базе этого опыта и на базе тех производственных мощностей и научного потенциала, который у нас сформировался, мы начинаем делать те продукты, которые скопировать или повторить невозможно. Потому что для этого нужно прожить огромную 25-летнюю историю, в которой каждый день ты абсолютно честно относишься к своим клиентам, в которой каждый день ты абсолютно беспощадно относишься к себе, чтобы не дать себе облажаться. Чтобы не дать себе повода конкурентам сказать, ну вот они где-то там сэкономили. И это 25 лет. И это входит на уровень привычки. Это помещается у тебя на подкорку, и ты по-другому уже не можешь. И для того, чтобы это скопировать, нужно пройти точно такой же путь. А современные компании, они слишком прыткие, и они слишком быстро хотят получить результат. А такого в этом мире не бывает. И поэтому нас повторить невозможно. И поэтому наши клиенты и говорят нам спасибо за те продукты, которые вы к ним приносите. И поэтому новые люди, которые приходят в нашу компанию, говорят, мы не понимаем, как это устроено, почему эти продукты работают, почему те продукты, с которыми мы работали раньше, не оказывали такого магического эффекта на наших клиентов. Ответ очень прост. Это история. История нашей с вами жизни, в которой мы каждый раз, каждый год, каждый день честно относились к тому, что мы хотим сделать. И чем дольше ты бьешь в одну точку, тем быстрее приходит успех. И этот успех повторить другой уже никогда не может. Большое спасибо за эти 25 лет. Спасибо!